Всем привет, с вами Настя. И сегодня я поиграю в Roblox игру «Пойди пописать» в 3 часа ночи. Вот мы с вами проснулись в 3 часа ночи. У нас ужасное желание пойти сходить в туалет. И в этой игре у нас есть куча концовок. Так что я вам постараюсь сегодня показать их как можно больше. Например, давайте сделаем первую концовку, самую обычную, как по мне. Берем красный ключик, потому что нам нужно открыть вот эту вот дверь нашу в спальне. Выходим и просто идем в ванную. Что-то тут закрыта дверь, там, наверное, выход. Наверное, вот здесь ванная. Заходим просто в ванную. И просто идем пописать. Плохое окончание. Я просто сходила пописать. Ну что, слушайте, что хотели, того и добились. Мы начинаем снова с того, что мы берем красный ключик и просто вставляем его в дверь. А что мы... Подождите, давайте сейчас посмотрим, открываем. Что мы можем сделать в комнате? Во-первых, у нас здесь есть деньги, забирают деньги. Так, с чем здесь можно взаимодействовать? Можно плакатики вот эти посмотреть, не знаю, зачем они нам нужны. Тут ничего открыть нельзя, можно пойти спать. И что будет, если я просто пошла спать? Я описалась. Я описалась. Мама в шоке. Почему ты пописал в кровать? Пописать в кровать. Кажется, у тебя проблемы с мочеиспусканием. Блин, офигенно. Сыграем еще раз. Так быстро, на самом деле, можно найти концовки. Давайте, красный ключик. А что можно открыть? Ну-ка, тут ничего нету. Свет можно выключить, зажечь. Давайте так. Больше ничего нельзя сделать, поэтому открываем дверь. Насколько я понимаю, реально прям, ну, ничего мы не можем сделать. Давайте просто деньги на всякий случай заберем. Не знаю, зачем они нам нужны. Так, нам надо сходить пописать. О, шкафчики открываются. Приколдесно. А тут пустота. Ну и ладно. Да-да-да. Выходим и сейчас будем делать что-то еще. О, а можно... Сейчас, подождите, тостер у нас не хочет уходить. А, сковородка. Ага. А давайте, может, купим сковородку? Давайте, мне хватит на нее денег? Давайте сейчас насобираем деньги. 100% в таких играх должен быть магазин, я уверена в этом. Синий ключик, нифига себе. Так, а ну давайте сначала тогда синим ключиком что-то поделаем. Тут какая-то комната закрыта. Сейчас проверим, что это за комната. Так, мы зашли. О, это тоже что-то интересное. Как какой-то Блокс Экспо. Вау. О, желтый ключик есть, нифига себе, интересно. Так, мама. Мама спит, маман, мама. В туалет хочу, мам. В туалет хочу, мама. Опа, денежка. Полезненько, полезненько. Так, что тут еще есть? Что это? Доска. Можно маму запульнуть доской? Не, нельзя. А зачем нам тогда доска? Ладно, потом на самом деле найдем, что нам в итоге нужно сделать с доской. Есть котик. Смотрите, какой милый котик. Мы можем его взять. Нифига себе. Ха-ха-ха-ха, бубочка. Какая бубочка. Что можно сделать с котиком? Давайте, я не знаю, поместим его куда-то. Тут тоже можно открыть, насколько я понимаю, все. Тут же везде деньги лежат. Я могу использовать что-то, чтобы сломать. Ага. Так, ну давайте куда? Мусорный бачок. Я выкинула кота. Я выкинула кота. Подождите, я выкинула кота. Ладно, из-за этого я не получила концовку. Окей. А что с тостером можно сделать? Давайте сейчас попробуем. Я не знаю. У меня нет никаких идей, кроме как пустить его в ванну. Не знаю, можно набрать ванну? Давайте посмотрим. Или смыть в унитаз. Хороший финал ты сделал это, ты добрался до туалета. Это в смысле? Я хотела тостер смыть. А, не, в смысле, у меня хороший финал. Почему, когда я просто сходила в туалет, у меня не был хороший финал? Вот этого я не понимаю. А что будет, если просто здесь стоять? Мне кажется, ничего не будет. Мне кажется, ничего не будет, если мы просто здесь будем стоять. Ладно, хорошо, нам надо накопить на кувалду. Значит, что мы делаем? Что мы делаем? Собираем, во-первых, все деньги. Сейчас сделаем окончание с рыбкой, потому что это самое нормальное. Мне кажется, это то, что я знаю, что надо делать. Так, хорошо, вот здесь вот что-то тут. Тут синий ключик. Синий ключик нам, наверное, не нужен. Так, тут нам должен желтый ключик. Ладно, все-таки придется к маме сходить. Допустим, допустим. Давайте вот сюда. Открываем, заходим. Мы с котиком так и не сделали концовку. Итак, смотрите, берем с вами котика. Выходим из маминой спальни. И несем его теперь, знаете куда? В туалет. Пусть котик тоже пописает. Вот так вот делаем, смотрите. Опа, все, пусть спит. Смотрите, опа. Ой. Кажется, начался потоп. Мы просто стоим. Просто стоим. Раковина затопила, зеркало затопило, ванну затопило, все затопило. Мы просто стоим и ждем, пока все дойдет до потолка. Смотрите, он все поднимается все выше, выше, и выше, и выше, и выше. Просто обалдеть. Насколько же сильно затопило. Мне кажется, там весь дом могли затопить. Скоро там уже до поверхности-то. О, окончание наводнения. Вы не должны положить это в туалет. Ну что ж такое, слушай, всякое может быть. Реально, всякое может быть. Подумаешь, кошечка пописала, она затопила туалет, ничего страшного. Для следующей концовочки нам с вами надо выйти из комнаты, как бы это странно ни было. И давайте, знаете, какую концовку попробуем? Давайте-ка попробуем выйти из дома и украсть ключик. Или еще что-то сделать. Мне кажется, можно как-то взаимодействовать с магазином. Итак, мы заходим с вами в действительно реальный магазин. Тут был ключик, тут был ключик, я помню. Берем ключик, открываем дверь, заходим. Вот так вот, да. Так, что здесь у нас такого интересного? Во-первых, деньги. Во-вторых, о, кувалду, я нашла молоток, я нашла молоток!
мешок! Что тут еще есть? Тут еще деньги. Как я могу использовать доски? Я не понимаю. Я больше ничего не могу использовать. Хотя я могу пооткрывать все шкафчики. Это ограбление. О, туалетная бумага! Чего? Что там делала туалетная бумага? О, сколько денег. Обалдеть. Ну ладно, ничего страшного. Мы с вами выходим отсюда и идем обратно в наш дом. Давайте все-таки разберемся с рыбкой, как мужик с мужиком. Рыбка, я принесла тебе молоток. Молоток. Так, где она? Она вот тут вот у нас находится. Хорошо. Давайте сейчас попробуем. И... Разбила! Разбила! И что, все, мне молоток больше не нужен? А я не могу там телевизор разбить молотком? Мне жалко, не могу. Рыбка! Рыбка! Давайте рыбку берем. Ну, что можно сделать с рыбкой? Мне кажется, смыть в унитаз только. Мне кажется, это единственное, что можно сделать. У нас как-то были с Антоном рыбки, мы делали то же самое, когда они умирали. О-о-о, она грустит! Рыбонька! Рыбонька, промыть финал рыбы. Что он с тобой сделал? Господи, это так грустно. Это так грустно. Еще одну концовку сейчас вам покажу. Мы выходим из нашей комнаты. Как будто мы заложники нашей комнаты. И выходим из дома. И не поверите, что мы делаем. Мы идем в магазин. Ничего себе. Воу. Как неожиданно. Смотрите, у нас с вами ноль денег. Берем вот тут, заходим. Берем тако. Взяли и просто уходим. Просто уходим. И продавец такой: ты что делаешь? Эй, опа, что ты делаешь, говорит, и пистолет достал. И у нас случается украсть окончание. Кассир зарабатывает только минимальную зарплату. Вот такой вот, вот такая вот еще одна концовочка получилась интересненькая. Теперь, что мы с вами делаем? Выходим из комнаты. Тоже как мем какой-то. Знаете, что еще я вам хочу показать? Что здесь вообще есть? Мы с вами выходим на улицу. И если вы могли заметить... Нет, мы не идем в магазин. Если вы могли заметить, у нас тут есть еще один дом. Вот тут вот он находится. Но, когда мы к нему подходим, нам сказано, что нам нужен коричневый ключ. Давайте поищем коричневый ключ. Возможно, он где-то... Да, вот коричневый ключ. Я так и думала, что рядом на территории будет коричневый ключ. Мы заходим с вами в чужой дом. Сейчас посмотрим, что будет. Открываем, заходим. Мы живем отдельно от мамы. Мама, пока. Нифига себе, тут что-то прям обалдеть. Мы можем что-то сделать? Так, тут зеленый ключик нужен. Тут деньги у кого-то мы можем забрать. Ха-ха-ха! Ограбление, ограбление. Так, тут туалетная бумага. Тут мы можем тоже все пооткрывать. Открывается, открывается, открывается. Открылось. Нам нужен зеленый ключик. Понятия не имею, к кому мы пришли. О, тут есть какое-то растение, на него можно нажать. А вот вам еще одна концовочка. Вот, полив растения эндинг. Будьте более осторожны в следующий раз. Спасибо. Мы с вами полили растение. Насколько я понимаю, это какая-то мамина знакомая попросила нас поухаживать. Так, давайте еще раз откроем тот дом. Я не верю. Я верю в то, что там еще что-то можно сделать. Это 100%. Не может быть там только одной концовки. Мне кажется, их там куча должно быть. Так, у нас тут дождь, а я должна обоссаться, мне кажется. Так, вот у нас ключик. Забираем его, идем открывать. Опять дощечки всякие тут лежат. Да что ж они лежат-то? Испытание дождем какой-то, может. Что нас крышу пробило. Так, тут еще какое-то растение есть. Можно тут все пооткрывать. Но тут ничего нету. Так, что здесь? Давайте посмотрим. Может быть, зайдем кому-то в комнату. Так, здесь просто можно пооткрывать тоже все. Так, шкафчики тоже можно открыть. Воу, здесь есть лом. Здесь есть лом. Так, а мы можем сходить в туалет в чем-то другом доме. Это будет очень интересно. Я не представляю, что можно сделать ломом. Так, ну давайте зайдем в эту комнату. Она же все-таки основная. Не знаю, телевизор разбить? Нет, телевизор не разобьешь. Значит, что-то открыть. Ну, 100% что-то можно сделать. Возможно, здесь есть... О! Светло-зеленый ключ! Мы его нашли. А что здесь? А здесь пусто. Пофиг на лом! Светло-зеленый ключ. Давайте посмотрим, что там будет. Возможно, у нас сейчас как раз-таки близко будет разгадка. Вот таким вот образом мы с вами заходим вот сюда. Открываем и смотрим, что там. А там куча денег, как обычно. Блин, ничего интересного. Ничего интересного. Мы можем только кого-то ограбить. А что, если мы возьмем лом и выйдем из дома? Мы можем кого-то отлупашить ломом? А? Че я постоянно хочу кого-то отлупашить, я не понимаю. Это уже как-то мега странно. А, я, кажется, кстати, поняла, что о чем нас просил вообще этот чел, который строитель. Он как раз-таки просил ему доски найти, только где я теперь их ему найду? Так, вот синий ключ. Мы заходим. Заходим к маме в комнату. Надо проверить здесь как минимум. И находим вот тут вот дощечку. Давайте забираем дощечку и выносим на улицу. Так, давайте теперь несем строителю. Капец, это сложно будет все эти дощечки найти. Относим строителю. Строитель такой: йоу! Нужно найти, короче, ему 10 вот таких вот досок. Окей, давайте сейчас постараемся.
постараемся это сделать. А мы можем сюда залезть, серьезно? О, досочка еще одна. Обалдеть, не просто так залезла. Еще одну дали, так, а где еще могут быть? Мне кажется, вот здесь на детской площадке 100% могут быть. Да, вот еще одна есть, а там еще нету случайно? Там девочка скатывается с горки. Так, ну хорошо, мы нашли еще одну. Это я считаю, что очень-очень хорошо. Сколько мы еще должны найти? 7 штучек еще осталось. Ладно, наверное, я знаю, где они могут быть, потому что мы их все проходили как минимум. О, вот тут точно еще одна. Сзади дома, мы про это вспомнили. Это очень прекрасно, сейчас посмотрим, что у нас получится, когда мы отнесем все досточки. Строитель он такой, да, пытается что-то достроить. Так, осталось 6 штучек. Действительно, реально в магазине, по-моему, тоже была досточка. У нас концовочка не получилась, тут лом еще есть, я его оставила. Вот еще одна есть, хорошо. Забрали, и скорее всего там, где розовый замок, там еще одна должна быть. Давайте, где он у нас? Он у нас вот здесь. Могли просто обойти. 5 штучек осталось. 5 штучек, ура! Почти. Чуть-чуть осталось. Так, розовый ключик мы с вами забираем. Вот тут открываем дверь, заходим в нее. Подождите, а тут ничего нету у него? А тут, наверное, касса, можно деньги взять. Нет, тут только фотография, прикольно. Это очень мило. Давайте заходим в эту розовую дверь с розовым замком. И здесь есть кувалда. Подождите, а вот еще одна досточка. Хорошо, нашла все-таки. Я не ошиблась, что я ее там видела. Так, выходим с вами, снова отдаем ему. И сколько у нас останется? 4, да? Да, 4 досточки осталось. По-моему, могут быть в этом доме как раз таки. А мы можем его обойти на всякий случай просто? Возможно, тут на территории еще что-то есть? Нет, здесь ничего нету. Ладно, окей. Да, у нас открыт дом, и мы с вами заходим. А где еще остальные планки найти? Так, где может быть досочка? Давайте посмотрим. Тут у нас все открыто. Она тоже может быть где-то такая невзрачная, припрятана. Но мы-то ее найдем, правильно, правильно. Так, вот она, вот она, вот она. А там, наверное, в спальне еще какая-то есть или нет? На всякий случай посмотрим, чтобы не возвращаться уже. Да, здесь еще одна есть. Хорошо, мы вернемся. Жалко, что мы только по одной можем носить. Это реально очень печально. Так, выходим, значит, из дома. Это получается, мы нашли с вами сейчас 4-ю и 3-ю. И осталось у нас еще 2. Останется. Мне кажется, будто я все тайнички я уже открыла. Так, отнесли еще. Он говорит, осталось 3. Сейчас мы отнесем еще одну, и останется 2. А, вот еще одна досточка. Вы посмотрите, случайно заметила. Случайно заметила. Она на территории просто лежала. Наверное, может, на территории еще что-то может лежать. Давайте, это у нас получается одну досточку. Последнюю осталось найти. Где она может быть, просто не представляю. Так, еще одна. Еще одна в доме. Да, он нам говорит, что осталось 2, чтобы закончить. Значит, мы с вами идем в дом и забираем из шкафа еще одну досточку. Давайте нам сразу же направо. Наверное, может, у меня еще есть в комнате, или я не знаю, или где-то еще. Так, давайте вот это вот забираем. Уносим. Уносим ноги. Ноги уносим. Может, в магазине еще одна. Может, ее можно купить. Я не знаю, может, еще вообще что-то можно сделать. Что-то, что угодно. Где еще одна досточка? Пожалуйста, мне последняя нужна. Так, все. Последняя осталась. Может быть, у меня на крыше. Может быть, у меня вообще где угодно. Почему у нас черные окна? Даже подглядывать нельзя. А, вот она, кажется, нет? Это не она? Как будто это она. Да, это она! Офигеть! Я ее совершенно случайно нашла. Я просто увидела, что что-то как будто бы не на своем месте. И что у нас сейчас произойдет? Он нам сказал, что вот он, короче, застроил туалет, но для этого нам с вами нужно вернуться в магазин, чтобы нам открепить доски, которые прикреплены у нас к уличному туалету. Мы заходим с вами в магазин, потому что я здесь оставила лом последний раз. Вот он у нас. Хорошо, что не пришлось далеко идти. И идем открепим эти доски. Да. Раз, два. Ух, как громко. Обалдеть. Хорошо. Так, все, мы все открепили? Нет, еще одна. А, все, все открепили. Так, лом мы теперь можем убрать. Заходим в туалет. Это были мы, конец портативного горшка. Вот так вот я сходила все-таки в туалет, только у нас другая уже концовка. Набираем под этим видео 10 тысяч лайков, если вы хотите, чтобы я вам показала все оставшиеся концовки в этой игре. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. А с вами была Настя, всем пока-пока.